И всем привет, народ, с вами, как всегда, Кунька, приветствую вас, как всегда, на моем канале. И тут разводил меня, аж пригласил в Дискорд, сейчас мы быстренько с вами переписку почитаем, пускай подождет немного. Тут он, ну, ссылку на обмен дам Аркану. Я уже пишу, я перетрейдил, но я трейдил Аркану на Тетчерса, и он говорит, я дам Аркану. О, уже звонит, не терпится ему. Ну, короче, блин, вот он скидает скриншот, а потом он просит от меня, вот такие шмотки. Это типа он сейчас раскрутит. Давайте с ним пообщаемся. Мне очень интересно. Да, алло. Чел. Алло. Чувак. Ты микрофон включил? Здорово, здорово. Ну, сын. Ты убивай твое время и свое, но я тебя правда не обману. Угу, угу. То есть, смотри, ты знаешь систему, как подняться, и ты помогаешь людям подняться, правильно я тебя понял? Нет. Нет, а что ж ты делаешь? А я нумерацию чекну и по нумерации просто в плюс ухожу, а ты по цене. А потом этот скин я дороже продаю, чем я тебе дал скин, который дал. А почему ты сразу мне не кидаешь трейд арканы на мои две шмотки? Потому что мне нужно сначала нумерацию чекнуть. Если ты думаешь, что такое нумерация, это какие-то слова просто из моей башки. Ты знаешь сайт Steam Reap? Я знаю, что у каждой шмотки есть свой индивидуальный номер. Так раньше обузили эти шмотки, это я в курсе. То, что самые первые шмотки, там, допустим, по КС-ке может быть самый редкий флот, блять, и из-за этого они стоят дороже, чем на самом деле. Я это знаю. Я, конечно, честно удивлен, что это есть какое-то отношение имеет к Доте, поскольку меня уже даже писал чел, просил меня зайти. Ты умел, можешь еще раз. Ты тоже лагаешь. Смотри, я тебе говорю то, что нумерация в Доте ничего не решает. Никак вообще. Нет, я тебе еще раз говорю то, что я не флот чекаю, а номер. Смотри. Ну, я тебе объясняю. Ну, давай к тебе, к примеру, вот тебе сколько лет? Мне 21. Ну, у тебя есть машина? Я просто так спрашиваю. Нет, нету. А, ну, ты знаешь, что в машине есть номера, так? Ну, естественно. Ну, а что они тогда решают? Номера? Да, там и блатные номера ставят, 3 семерки, там всякие. Что они решают? Блатные номера, ну, это, во-первых, блатные номера ставят депутат и так далее и тому подобное, чтобы перед ДПСниками там и так далее. Ну, а в Доте есть тоже коллекционеры, понимаешь, что в Доте скины делаются не так, вот этот индивидуальный сделаем, этот, они копиями делаются, поэтому у них разные номера. И какой-то номер красивее, какой-то нет. Вот самые дорогие, вот эти арканы и так далее, потому что на них нумерация говно, потому что они выпадают редко. Ладно, то есть, грубо говоря, за нумерацию, да? Ты доплачиваешь? Да. Да, я тебе могу скинуть свой паспорт и могу показать вебку, чтобы ты не думал, то, что я какой-то там. Ну, честно, по голосу тебе лет 15. Мне 16. Ну, 16 лет, хорошо. 16 лет, и ты такой прошаренный в нумерации. Ну, я как бы это начал прошаривать уже в 2014 году, когда дюпы в Доте появились и в КС-ке. Ну, дюпы появились, и их быстро очень забанили, эти дюпы. Ну, так они были, понимаешь? Ну, были. А понимаешь, допустим, да, вот вы делали дюпы, да, но не ты конкретно, а вот эти люди делали дюпы. И из-за таких вот, я не постесняюсь этого слова, пидорасов, теперь, когда у человека крадут вещи, Steam не возвращает, потому что именно с помощью якобы кражи вещей дюпали шмотки. Потому что, чтобы ты не плакал, тебе давали точно такую же шмотку. И в итоге два друга выбирали арабский какой-нибудь такой язык, потому что раньше на то время в Steam не было много таких говорящих. Я слушаю. Ну вот, не было таких говорящих, и поэтому Steam соглашался, вот, то есть видишь, и благодаря вроде бы как дюпу, да, вроде как люди поднимались, но теперь люди страдают, вот. Просто знаешь, у меня такой вопрос к тебе, ты слышал про такой канал, как Кунька ТВ? Нет. Не слышал, да?
Ну, я понимаю то, что ты уже юмор, если это так уже называть. Ну, в общем, чел, у меня канал ассоциируется на том, чтобы ловить разводил, вот, и разоблачать их. То есть у меня разоблачения были и в группах, и в стиме, и предлагали мне поднять с арканы там 15 аркан. И даже еще есть один случай очень веселый, когда там чел притворился моим Друг, другом ты, постой, вот и... таких, как ты назвал меня сейчас мошенником, а мошенником. Так скажи, в чем я мошенник? Ну скажи. Мошенник очень просто, чел. До нумерации, всем насрать. Коллекционеры, да, не спорю, в Доте и в КС-ке есть коллекционеры. Но они не коллекционируют номера, они коллекционируют редкий флот. Они коллекционируют, допустим, арканы на Террорблейда с разными гемами. То, что именно может поднять их понт, понимаешь? Именно понты. Именно понты. А то, что какая-то нумерация, да всем на нее насрать. Плюс ко всему, ты выбрал две таких шмотки, понимаешь, две таких шмотки. То, что Ой. обе иммортал, соответственно, их тираж ограничен. Ты просто Соответственно, понимаешь то, что блатных, ты подожди, говоришь. соответственно, на иммортал блатных номеров шанс, во-первых, мизерный, во-первых. Во-вторых, их ограниченное количество. Ограниченное количество по той простой причине, что они не падают. Шмотка качества Immortal никогда не выпадает. Может выпасть даже Аркана. Но Immortal не падает. Соответственно, количество мало. Соответственно, номера на такие вещи тоже не особо будут блатными. Допустим, если, допустим, 0001, тогда хуй с ним. Но 001 я никак не смогу этим владеть, понимаешь? Вот, и ты предлагаешь, хуй с ним, давай так вот, по-честному сделаем. Ты мне сейчас вот эти две шмотки, да, две шмотки. Ты сейчас мне кидаешь Но шмотку на, там, сколько ты накидал, на где-то примерно на косарь, да, грубо говоря. Ты мне сейчас не вот так вот делаешь, а накидываешь шмотку тоже за косарь, там, за косарь 100. Посмотришь, и потом обратно обменяемся. Просто я тогда не уйду в минус, и в то же время ты тоже не уйдешь в минус. Оба останемся при своих вещах, и все. это Просто меня так послушай. я тебе сразу могу сказать, я тебе хуй что дам. Ну, все, я уже понял. Я тебе говорю про то, что ты просто в мою сторону сейчас клеветишь и говоришь то, что я мошенник, хотя сам этого не понимаешь и Я говоришь повел. за... Постой, постой, ты говоришь Давай, о давай, тех давай, людей, говори, которые... говори, говори. Говори, я Ты тебя тоже... слушаю. Ну, я сказал то, что ты отвечаешь за тех людей, за которых даже не знаешь, ты слово за место них ставишь, понимаешь? Ну, понимаешь, я тебе скажу так, смотри, я в Доте 2013 года, во всем этом Ну... дерьме еще дольше. Я за все свое время, ну, я тебе, конечно, не намного старше, но, извиняюсь, я видел больше говна, чем видел ты. Я разводил, могу найти, ну, определить, разводила ты или нет, за 5 минут. Вот просто мне Ха. 5 минут достаточно, просто посмотри, какой ты трейд кидаешь и так далее и тому подобное. То, что блатные номера, чел, номера блатные никому нахуй не нужны. Я могу иметь Террорблейда с 5, 7, 8, 9, 2, 3, 1 Террорблейда, а у меня на нем стоит синий гем. И просто если мне чел скажет, что у него блатной номер 77777, но у него, блядь, имеется красный гемни, я скажу, какой ты нахуй блатной, блядь, вот у меня гем, а у тебя хуйня какая-то, и ты этими цифрами только подтереться можешь. Люди, коллекционеры, я тебе это могу сказать сам, как у человека, у которого было много очень знакомых коллекционеров, у меня был чувак, который коллекционировал, блядь, керамбиты волны. Просто с разным флот. Им нумерация вообще похуй. Им главное, чтобы была красивая картинка. Друг, я тебе сейчас покажу историю обмена, покажу свои вообще обмены и Чел, покажу, что я... давай, ты мне сейчас прям 5 минут даешь, я сейчас другу пишу, я тебе такие истории подменов покажу, где я руку на Нет, я тебя рике. по демке. Нет, я тебя по демке. Я тебя при чем тут дот-то? Я раньше КС-кой занимался, бана дали. Ну ты, блин, чел, просто давай вот на чистоту. Вот у меня большинство разводил под конец разговора, они всегда признавались. Вот, я тебе советую просто признаться и пообещать, что ты не будешь больше обманывать людей. Нет, друг, я никого не обманываю. Это твое мнение. Я не буду Ну, больше даже говорить с тобой насчет этой темы. Можешь выкладывать любое видео, но это твое мнение, и ты клеветишь на человека без уместных доказательств, понимаешь? Ну так без что. уместно. Чел, ну я тебе
Подожди, вот ты разговор внимательно слушал, я тебе только что говорил, что я ага, со всем этим говном давно связывался. Я был топ-трейдером, я себе компьютер собрал чисто, блядь, на шмотках из КС-ки. Ну это ты, а ты за это говоришь. Я знаю кучу людей, и никогда, 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 никогда человек не пойдет себе в минус. Никогда. То, что ты говоришь, что ты можешь загнать подороже, чел... Тебе проще всего, берешь ты, закидываешь, короче, смотри. Вот если бы реально ты этим занимался, я просто сейчас вот для тебя и для подписчиков вообще в целом объясню. Когда человек занимается таким делом, допустим, да, нумерация. Знаешь, как бы ты делал на самом деле, вот как бы делал человек, который этим зарабатывает. Ты просто кидаешь... Как бы ты делал, за других не говори. Хорошо, как бы я сделал. Допустим, ты ищешь хук, да, имморталский. Кстати, он у меня в розыске ВКонтакте, поэтому я бы тебе так и так его не отдал. Ну ладно. Смотри, я беру этот хук, докидываю туда сверху, пускай рублей 30. Захожу на TradeGG и ввожу, естественно, там вход в ник, да, чтобы была еще плюсовая. Вот, и я бы просто ПКД именно с сайтов, выводил бы эти шмотки и искал, как ты говоришь, редкий номер. А зачем это делается? Потому что по пользователям ходить, если бы ты реально этим зарабатывал, как ты говоришь, по пользователям ходить это долго, это нудно, это надо уговаривать и так далее и тому подобное. На сайте я бы смог каждые 5 минут, да какой, сколько там требуется, ну, по твоим словам, на проверку, 7 минут, да? 7 минут, плюс добавляем 3 минуты на то, чтобы, ну, отдать вещи и забрать вещи, ну, трейд. Выходит 10 минут, то есть получается в час я бы смог промониторить 10 хуков. А ты в это время, смотри, ну, ты сам уже видишь, что ты тратишь свое время, да и я свое трачу, если честно, у меня сейчас время вообще обеда, блин, но... Ну давай, говори. Вот. И ты, получается, на уламывание, да, грубо говоря, ну не на уламывание, да, там, а рассказывание о своих перспективах, ну, короче, вот все, что ты мне рассказывал, писал, вот, ты тратишь минут, ну, пускай 20, некоторые, может, раньше, некоторые чуть позже соглашаются, давай, 20 минут считаем, согласен? 20 минут. Получается, если бы я был, как ты, трейдером, еще раз мне, сука, какая-нибудь сейчас в ВК напишет пизды там. Смотри, ты тратишь в среднем на человека 20 минут. Это получается 3 хука, и то это, если удачно, а скорее всего у тебя в 2 из 3 случаях, ну, если дебил, ну, лох не мамонт не вымрет, да, то есть в 3 случаях только один соглашается. То есть получается, за час ты получаешь всего лишь один хук. Из этого выходит, что... Был бы, если бы я таким же трейдером, расскажу. Как и ты. Не, подожди, ну дай договорю мысль. Если бы я был таким же трейдером, как и ты, я бы за час имел бы 10 хуков, что увеличило бы в 10 раз. Ой, тьфу ты, в 10, извиняюсь, в 6. В 6 раз увеличило бы нахождение хука с редким номером. Вот. И после всего этого, вот после всего этого, после всего после построения всей логической цепочки, ты до сих пор хочешь меня убедить, что ты тратишь час на то, чтобы получить один хук. Вместо того, чтобы за час получить 6 хуков, а сайтов по трейду целых 2. То есть ты TradeGG будешь мониторить, и Dota Money будешь мониторить. Это 2 сайта. Там у хуков этих хоть жопу жуй. То есть тебе реально уйдет 2 или 3 суток, чтобы все промониторить. И где логика? Я не вижу. Вот я только вижу, что вот даже вот сейчас, я после построения, я даже не нашел ни одной причины, почему ты этим занимаешься так. Кроме той, что ты просто пиздишь шмотки и потом благополучно кидаешь в ЧС. Теперь можешь сказать свою точку зрения. Да, кстати, ты же мне даже скриншот кидал с арканы. За аркану можно вывести целых 4 хука. То есть, если использовать аркану, твой мониторинг хуков можно увеличить в 4 раза. Вместо того, чтобы каждому такому, как мне, писать. И еще тебе на будущее, ты по-любому дальше будешь разводить, вы никогда не изменитесь. Ой, не надо вот говорить то, что я буду говорить. Ты дальше будешь разводить, чел. Потом скажешь свою точку зрения. Вот, на будущее. На будущее. Ты сейчас тоже скажешь, на будущее тебе просто дам совет, если хочешь разводить и дальше. Такой тебе небольшой лайфхак от Куньки. Смотри на вещи, у чувака, которого ты пытаешься наебать. Если бы ты чекнул арканы, ты увидел, что там синий террорблейд, зеленая течка. Соответственно, в трейдах я шарю. И, соответственно, просто так такой человек хуй тебе что когда даст. Теперь можешь сказать свою точку зрения, я тебя с удовольствием выслушаю. Я тебе говорю то, что, опять же, ты не прав. Я тебе говорю, никогда не будь так уверен в человеке, которого ты даже не знаешь. И еще раз говорю то, что это твоя точка зрения. И просто считай мне кем хочешь. А хочешь, я тебе сейчас прям даже... Вот даже обоснованно назову пиздоболом. Хочешь? А? Смотри, ты сказал, что отдашь аркану, правильно?
Ну, в переписке даже есть. Ну, вот Ты на согласен? этого я, насчет этого я, ну, по сути, нет, по сути, то, что я не обманул, я тебе сказал просто не до конца все, что нужно. Подожди, вот допустим, тебе не подошли эти шмотки. Ты мне их обратно возвращаешь, ну, допустим, да? У меня ты очень заикаешься, правда, я тебя не понимаю порой. У тебя с интернетом что-то... Смотри, я тебе еще раз Я говорю. понимаю. То есть смотри, допустим, если бы тебе эти шмотки не подошли, ты бы просто мне их обратно вернул и не дал бы Аркану, как ты заверил в самом начале переписки. Соответственно, ты все равно пиздобол, правильно? Или ты бы даже если не подошли, ты бы все равно мне отдал Аркан. Нет. Дам, я сказал дам. По сути, обмен, я тебе не сказал то, что дам за что-то или дам не за что-то. Ну, Ладно, друг, извини, пожалуйста, то, что тебя побеспокоил, но ты не прав. Удачного дня. Признайся, чел, ну давай под конец, ну признайся. Все равно Я я тебе не... говорю то, Твоих данных, да, чел, что... я тебе обещаю, твоих данных я никаких не укажу. Ни как тебя зовут Да ВКонтакте, при ни чем тут ссылку на данных? аккаунт. Указывай мою страницу. Сахар я выиграл, и что с того будет? Я говорю то, что я не обманываю людей. Все. Знаешь Давай. что? Не поверишь, каждый так разводил. Мне даже, смотри, сейчас последний, ну дай, займу 3 минуты твоего времени, как раз ролик выйдет Давай, подлиннее, я чтобы слушаю, рекламу слушаю. запихнуть можно было. Вот, каждый еще, знаешь, разводила, вот, чем вы еще очень сильно палитесь, вы говорите, что у меня есть отзывы. Короче, был случай, когда я разоблачал сайт по Доте 2, и там в группе прям было написано «Отзывы за промокоды». Вот, то есть, то, что ты, кстати, показываешь свой паспорт, свой паспорт, чел, я тебе этого просто не советую, потому что с твоим паспортом можно тебя Я просто... тебе говорю то, что я не мошенник, ты понимаешь? Вот ты говоришь мне те аргументы, которые ты сам предъявил, ты понимаешь, что это вообще не доказано? Ты можешь говорить, что хочешь, я тебе говорю то, что я не мошенник. Это твое мнение, ну будь любезнее его не высказывать при мне. Чел, ну ты... Ну, ладно, хорошо, и я тогда... Давай так, я не буду тебя считать мошенником, я буду тебя считать убийцей, что ты убил маленькую девочку, и теперь перед Богом замаливаешь грехи и помогаешь людям поднять шмотки. Давай так. Можешь нормального. Не, ну а чё, Тебе я... 21 год. Ты Ну... мне доказываешь то, что я Я мошенник. не доказываю... Я тебе доказываю что-то. Я тебе просто аргументирую факты, Ты исходя из мне того, говоришь, что... признайся в том, что я не делаю, понимаешь? Не, ну Это... просто... Не, ну просто я знаю, что ты мошенник, и я пытаюсь, ну, просто, чтобы ты Нет. сознался. Я понимаешь, Короче. я отпущу твои грехи. Вот понял? Я вот отпущу твои грехи. Пойдешь дальше Не разводить. надо так говорить. Я тебе говорю то, что я понимаю то, что ты вырежешь и все такое, ты Нет, сделаешь так, нет, боже. чел, давай так, я прям выложу видеоролик, прям он будет целиковый, Не и надо, мне я не будет. мошенник. Я говорю то, что я не мошенник, понимаешь? Все, друг, я тебе все сказал. Твое мнение, пускай хоть даже твои подписчики читают так, пускай репорты мне куда-нибудь Не кидают, но будут я они. сам буду знать, потому что... Ну, То, что... Ты чел. можешь меня вставить, я тебе разрешаю, понимаешь? Все, я тебе разрешаю. Я понял. А можно такой вопрос еще один? Вот еще один вопрос. Давай. А почему именно эти две Давай. шмотки? Как, почему именно эти две? Почему не за, Потому что... не за 1 рубль, не за 10, не за 15, не за 50? Я Ведь объяснял, понимаешь? Скины, редкие... которые стоят по рублю, они выпадают очень часто. Скины, которые дорогие, они выпадают очень редко. А эти Так... скины стал тот же самый среднячок. Все. Подожди, так тебе же нужен номер. Наоборот, чем Ну? больше выпадает шмоток, тем Нет, больше шанс найти нет, блатной номер. нет, нет. У них номер, наоборот, к первому номеру очень-очень-очень редко. Это миллионные могут быть, Так, подожди, тебе нужен блатной, чтобы как на номерах был 777 или ближе к Нет, единице? нет, мне нужен, который поменьше будет, понимаешь? Мне не Вот. надо вот, который там аркан и все такое. Я арканом не занимаюсь. Все, давай, пока, удачи, А чел. можно последний вопрос? Последний, вот правда, последний вот. Как Блин, три точку прям. вопроса назад. Не, ну последний, прям, чтобы точку поставить, чтобы все убедились наконец, что ты все-таки разводила. Я вот прям не придумал, а вот прям понял самый главный аргумент мой. Знаешь какой? Какой? А как же сайт определяет, когда именно эта шмотка выпала? Ведь он должен быть связан с Dota Понял. 2. А Габен никогда не даст какому-то сайту разрешение, чтобы тот мог промониторить, когда выпала эта шмотка. А чтобы Я он... тебе говорю то, что я... Постой, я тебе говорю то, что я смотрю, когда она выпала. Ты сейчас несешь какую-то чушь реальную. А Я тебе как ты сказал то, посмотришь? что... Ну-ка, стой. А как ты Ты посмотришь, сам как... логически думай, постой. Сам логически... Подожди, Постой, да чел. я скажу. Ну-ну-ну. Шмотка за 3 косаря выпадет, блин. Реже или чаще, блядь, чем шмотка за 500 рублей. Какая, блядь? Конечно, А не где вторая. тут смотреть, когда она выпадет? Мне аж интересно, блин. Чё тут смотреть? Ты сам это
в голове вникаешь, блядь, а потом номер на Steam Reaper смотришь, все. Ладно, удачи, человек. А как твоё... Steam Reaper определяет, когда она выпала? Ты там зайдешь, все прочитаешь, давай пока. Ну это нереально, это нереально. Ай. В общем, под конец все-таки я смог поймать за яйца, он уже все по полной прям отмазывался. Народ, ну, решать, мошенник он или нет, решать только вам. Я же голосую за то, что он мошенник. Я вам предлагаю написать в комментариях, мошенник он или нет. Вот прям вот просто мошенник, не мошенник. Вот выбирайте чисто вам. Ну, народ, смотрите, вот он все-таки не захотел дослушать. Для вас же все-таки, для своих любимых подписчиков я расскажу. Смотрите, когда выпала эта шмотка, это знает только Dota 2. Программа, в которой и генерируется эта шмотка. Никакой сайт никогда не сможет определить. Просто потому, что если мы откроем, допустим, с чуваком в 0,00001 секунды, у нас будет все равно на разные номера, и сайт не сможет это определить. Чтобы сайт мог определить, когда все-таки выпала та или иная шмотка, в какой день, какой ее номер, он должен хоть как-то быть подвязан к Dota 2. И Габен никогда не пойдет на то, чтобы какой-то левый сайт мог подключиться к его дорогой игре. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. С вами был, как всегда, Кунька. Мы поймали еще одного мошенника, с чем я вас всех и поздравляю. Удачи, народ!